Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будет люстра из коллекции Verioni от производителя NB-Light. В коллекции есть люстра с одним плафоном, еще вот такая на два. Предлагается две модели тройных, они разной формы, и бра. Также цвет у них может быть разный. Цвет меняется как основания, так и плафонов. Это у меня цвет коричневый с зеленой патиной. То есть люстра с эффектом состаренности. Каркас люстры из металла и дерева. Плафоны из стекла. Диаметр плафона 19,5 см. Патроны здесь и 27 из термостойкой пластмассы. Максимальная допустимая мощность потребления лампы 60 Вт. Лампочки приобретаются отдельно. Я использовал LED-лампы потреблением 6 Вт, а выдает каждая такая около 50. Включенная люстра выглядит вот так. Ну, стекло такого цвета, конечно, свет не пропускает, поэтому весь поток света здесь будет направлен вниз. Высота люстры максимальная 84 сантиметра, минимальная она может быть 24, тогда она будет практически потолочной. Крепится она с помощью монтажной планки, размер основания 39,5 сантиметров на 5, а длина самой планки 8 сантиметров. А на этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.